Китайская панда по имени Бао-Бао, обитающая в Вашингтонском зоопарке, впервые отпраздновала день рождения. Медвежонку исполнился год. Именинницу поздравляла администрация зоопарка, посольство Китая в США и многочисленные поклонники. В Китае существует определенный ритуал для подобного рода торжеств. Согласно традиции, медведице подарили рисунки. Бамбук на одном из постеров символизирует здоровье, персики – долголетие, а гранаты – плодородие. Бао-Бао также преподнесли маленькие горшочки с медом, которым она сразу же перекусила. В национальном зоопарке изучают гигантских панд уже 42 года, но рождение Бао-Бао стало грандиозным успехом для команды исследователей. Она появилась на свет в результате искусственного оплодотворения. Когда ей исполнится 4, медведица отправится в Китай и станет участницей программы по выращиванию панд.